Молдове необходимо сохранить и даже увеличить динамику работы в переговорном процессе. Об этом говорили на встрече министра иностранных дел Приднестровья с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкерхом. Виталий Игнатьев отметил, несмотря на внутриполитическую ситуацию в Молдове, мандат политических представителей остается прежним. Дипломат выразил надежду на то, что стороны не будут терять время в связи с этими процессами. Поэтому на встрече подробно обсудили видение приднестровской стороны по работе экспертных групп на ближайший период. Особое внимание уделили вопросам межбанковского взаимодействия. Кроме того, говорили о перспективах подписания итогового протокола братиславского заседания в формате 5+2. Напомним, документ не удалось согласовать из-за позиции Молдовы.